Друзья, всем привет! Вы на канале «Попробуйте сами», и меня зовут Ирина. Сегодня хочу показать вам, какие баклажаны на закуску я готовлю для своих гостей. Помытые баклажаны я нарезаю крупными кружочками. Вот так. Складываю в мисочку и присаливаю. На разогретую сковородку наливаю растительное масло. Выкладываю баклажаны и буду обжаривать их с одной стороны до золотистого цвета. Теперь переворачиваю их, уменьшаю огонь и накрою крышкой, для того, чтобы баклажаны хорошо пропеклись. Минуты через 3 снимаю крышку и проверяю их на готовность, а потом перекладываю на бумажное полотенце. Друзья, для того, чтобы мы смогли с вами встретиться в будущем и приготовить много вкусных и интересных блюд, пожалуйста, не забывайте подписываться на мой канал. Для подачи всегда использую какую-нибудь зелень. Сегодня это руккола. Вот так просто сверху выкладываю баклажаны. Также нам понадобится помидор. Его я нарезаю небольшими ломтиками. Беру майонез и делаю вот такие точечки. А сверху выкладываю помидор. Теперь беру деревянную шпажку и нанизываю на нее веточку рукколы и маленькую моцареллу. Это и будет украшением баклажан. Наша баклажанная закуска готова, можно угощать гостей. А я благодарю вас за внимание, желаю вам приятного аппетита и, как всегда, попробуйте сами.